Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Постоянно предают. Я очень добрый, эмпатичный человек, быстро привязывающийся к другим людям, мне 33 года. В моей жизни наблюдается тенденция. Друзья, любимые постоянно предают меня, выбирая других людей вместо меня. Разочаровывают, причиняют боль, переходят мои личные границы. В детстве, когда мне было лет 13, отец временно уходил от матери из семьи, что меня сильно травмировало. Такое впечатление, что у меня внутренняя программа на предательство меня стоит, словно я с каждыми новыми отношениями пытаюсь преодолеть старую детскую травму, закрыть гештальт. Последний подобный удар от любимого человека сильно выбил меня из колеи и плохо повлиял на мое психологическое состояние. Сильно обострился навязчивый треугольный невроз. Человек дружил со мной и параллельно общался с другой девушкой, мне ничего об этом не говоря. За 33 года я потерял очень много друзей и близких. Каждый близкий отношения так или иначе заканчивается расставанием. Это норма жизни. Это норма жизни, что люди предают, или как-то в себе это проработал, что мешает мне строить отношения гармонично. Я умный, развитый, образованный, творческий, интересный человек. Но это никем не ценится. Ну, наверное, в первую очередь, это не ценится вам и самой. Я так подозреваю. Вот. В первую очередь, есть ощущение, что вы себя сами как раз-таки не цените. Как бы люди, если мы говорим о том, как люди воспринимают, да, нас, то люди интуитивно, чисто интуитивно, могут, скажем так, чувствовать, как мы относимся к себе, вот, могут это ощущать и могут таким образом нам отзеркаливать то, что мы например, сами себе не признаю. А вот и так получается, что в вашем случае, на мой взгляд, да, ключевой момент это, конечно, предательство. Вот, всякого сомнения, вот, только есть один нюанс. Этот нюанс заключается в том, что предательство вызывает соответствующие чувства, скажем так. То есть предательство вызывает обиду, вызывает агрессию, вызывает злость, вот. Непринятие вызывает. То есть, человек может не хотеть принимать вот другого человека после того, как тот его предал, вот, так, по-видимому, было с вашим папой, что папа ушел, вернулся, а вы свою злость на него не выразили и не отреагировал, но вам было очень больно.
Возможно, вы даже не хотели, чтобы он как-то возвращался после того, как он ушел. Но вы ничего не решали. А вместо этого, вам напротив, по-видимому, нужно было принимать, так скажем, человека. Вам напротив нужно было, по-видимому, как-то мириться с тем, что он пришел. И вас, в этом смысле, никто не спрашивал. Само собой, что вам было тяжело, и само собой, что вам было больно от того, что он ушел. И, на мой взгляд, вы решили какой-то момент, да? Вы решили, что для того, чтобы вас не предавали, нужно сделать так, чтобы вот людям быть максимально приятно, вот, максимально привлекательно. И мне кажется, что вот ту характеристику, которую вы себе даете, то, как вы себя называете, эта характеристика, она не только для людей, вот это не только для себя, а сколько для людей, других. Смотрите, какая я. Хорошая, да? Смотрите, какая я. Не знаю, умная, да? Смотрите, какая я. Значит, какая я интересная. Смотрите, какая я классная. Говорите, по сути, говорите вы. Вот. Не бросайте меня, не продавайте меня, говорите вы. Вот. То есть это все, как бы, получается для людей. Это получается для людей. То, что вы делаете. Вот, не столько для себя, сколько для людей, которые пытаются это делать. Нет ничего удивительного в том, что, к сожалению, вот, рано или поздно, да, люди вас предают. Потому что люди вот таким образом в этом смысле чувствуют, что вы это делаете вот, в какой-то степени, в какой-то мере для них, вот, а не для себя. И это как-то вот напрягает, да, это создает ощущение должествования. Вам. То есть люди чувствуют себя с вами должными вам. Вот. Вам кажется, что вы должны им что-то, да, чтобы те вас не бросали. А люди думают, что они вам должны, чтобы снять вот это напряжение. И от этого напряжение пытается быть. Помимо очевидного,
что имеет смысл как бы вам работать с отцом, да, с нашим отцом, вот, выразить ему, высказать не обязательно, непосредственно в лицо, вот, но выразить, высказать то, что вас болит, то, что вам, то, что вас напрягает. А вот есть у меня такое подозрение, что этого вы не делали. А вот, ну, а помимо очевидного, это все же очевидно, я думаю, что вот вам нужно очень внимательно посмотреть на себя. Да. Очень внимательно вам нужно посмотреть на себя и увидеть вот то, какая вы, да? Это то, какой вы хотите быть. Это то, как, какая вы настоящая, там, то, какая вы искренняя, например. Или нет. А для чего вы делаете вот то, что делаете? Вообще, глобально, вот вообще. Вообще, глобально по жизни. Для чего вы делаете то, что делаете? Когда вы в этом смысле взаимодействуете как-то с человеком, да? Вы взаимодействуете с человеком, опять же, в этом смысле, чтобы ему было хорошо, или чтобы вам было хорошо. Вот. Это вот очень такие, как мне кажется, интересный момент. В целом, конечно, если скажем так, предательство для вас было актуальным, и в принципе, если предательство является актуальным для вас, то само собой, что вы будете обращать на это внимание, само собой, что вы будете замечать какие-то вещи, пускай и подсознательно, и вот это будет как-то оказывать влияние на ваше поведение с людьми и так далее. Поэтому, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы вот проанализировали, посмотрели то, как сейчас вы общаетесь с людьми. С какими мыслями вы общаетесь с людьми, с какими посылами, да? Вот. Как вы себя чувствуете с людьми? Вот. На мой взгляд, это важно. Очень также важно, как мне кажется, в целом проработать вот это понятие предательства. Потому что сам факт этого предательства вы могли узнать только от кого-то. Это очень важно понимать, что кто-то вам сказал о том, что это предательство, это предательство. Сами вы бы так не решили. Вам нужно, значит, пересмотреть свое отношение к феномену предательства. Потому что
А потом эта история про ну, такие, знаете, неоправданные ожидания от человека. Он сказал, ваш отец ушел, потому что у него были проблемы с вашей мамой. У него были трудности, он сделал такой выбор. Это нехорошо и неплохо, он просто так решил поступить. Я думаю, что вам стоит спросить себя прямо сейчас, а можете ли вы его понять? Да? Ну, то есть вот. Можете ли вы понять своего папу, можете ли вы понять его, скажем так, действия. Вот. Можете ли вы обижаться на него, ожидая от него какой-то, ну, там, надежности, да, ожидая от него какой-то твердости и так далее. И при этом, может быть, и любить его, несмотря на то, что он сделал. Вот. Можете ли вы вот эту вот такую, скажем так, двойственность своих чувств, да, себе признать. Вот. Попробуйте это тоже увидеть и заметить. А сейчас транслирую людям вот эту мысль по предательству, вы, конечно, компенсируете себе такую, как бы, идею, на мой взгляд, самостоятельность. Повышенно. Дело в том, что человек, который боится предательство, это очень несостоятельный человек. Человек, который боится предательства, это человек, который не твердо стоит на ногах. Если помните, мы с вами уже говорили о том, что вот ваша заслуга, да, то какая вы, и так далее, может быть, вот в этом смысле, следствием стремления заслужить какую-то, какую-то стабильность, да, от этих людей. Вот. То есть вы можете таким образом пытаться гарантировать себе то, чтобы люди от вас никогда не ушли. И если человек не твердо стоит на ногах, мне кажется, что вы не твердо стоите на ногах. Так вот, если человек не твердо стоит на ногах, то психика, она пытается защитить такого человека. И дать ему возможность твёрже стоять на ногах. Для того, чтобы это сделать, нужно держать людей на расстоянии. Вот. Вы понимаете? И то, что вас предают, дает возможность вот этот посыл ваш такой посыл
Полуосознанно, наверное, вот так. Да? Это так и проявлялось. Но если честно, я не понял момента, где вы говорите о том, что вот я человек дружил со мной и параллельно общался с другой девушкой, ничего об этом не говорил. Простите, а почему, если человек с вами дружит, он должен говорить вам, что он общается с другой девушкой? Это у вас здесь, простите, элементы контроля. Если у вас здесь есть элементы контроля, то это очень хорошая причина, по которой люди могут от вас уходить. Потому что контроль – это давление. Давление никому не приятно. И люди избавляются от этого давления. Может быть, вы неверно выразились, конечно. Может быть, под дружбой вы понимаете отношения, то есть, что человек находится с вами в отношениях. Тогда это, конечно, другое. Но пока что, я понял слово дружба довольно-таки буквально. Просто меня за это. Простите. Вот. Контроль, как я и сказал, контроль является мощным средством для того, чтобы оттолкнуть от себя человека. Ну, в основе лежит недоверие себе. Понимаете? То есть предательство другого человека, так называемое предательство другого человека, вы видите для себя, конечно же, в первую очередь обесценивание себя, потому что вы говорите, вот если он меня принял, то я, значит, там, грубо говоря, ну, например, недостойно того, чтобы с ним, ну и так далее, так далее, так далее. Ну, тут вот такой есть момент. Вот. Поэтому я думаю, что предательством ваша психика защищает вас от того, чтобы растворяться, точнее, вам в других людях, вот, которых вы, как мне кажется, растворяетесь сейчас. И значит, таким образом сохранять некую, так скажем, автономность вашу. Вот. Это автономность, она находится под угрозой, когда вы вот как бы находите в слиянии с человеком. А ваше отношение вполне вероятно, это было слияние, потому что вы пишете, что быстро привязываете к другим людям. Вот. Это история про как раз таки привязанность. Вот. И, соответственно, психика от этого пытается защитить, ну, понятно, что такими способами, которые у нее есть. Я думаю, что с одной стороны, вы действительно добрый, эмпатичный человек, но с другой стороны, вы все время держите человека на расстоянии. То есть вы не легкая, вероятно, вообще.
Не потому что это что-то плохое, а потому что вы по-другому не можете. Так. Вот. А с чего стоит начать? С недовольства. Выражение недовольства. Выражение не принять чего-то. Если, ну, человек в другом. С этого нужно начинать. В первую очередь. С этого необходимо начинать. И дальше уже можно будет смотреть. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно, интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит нам начать на самую работу. Всего самого доброго.